На встречу в 15 класс пришли ассистенты, концертмейстеры, ученики и друзья Юрия Исаевича. Я хотел сказать вам несколько слов по поводу вашей работы. Главное в жизни для художника должно быть его искусство, должно быть его творчество. Если не начинать развивать в себе творческий подход с самого начала, с детских, даже с детских лет, не только со студенческих, то никогда к самостоятельному творческому мышлению и не прийти. Мне лично бывает ценно, когда вот вы проявляете какие-то свои мысли, когда я чувствую, что вы что-то подумали и имеете какие-то свои идеи, какие-то свои концепции. Пусть они будут неправильные, мы их поправим вместе. Но начиная с неправильных, вы придете и к правильным. Если же вы будете все время только ждать, что педагог даст вам уже что-то, готовую идею, уже развитую, уже разжеванную, как говорится, которую надо только проглотить, то вы останетесь совершенно беспомощны тогда, когда вы начнете свою самостоятельную деятельность и останетесь без педагога. Поэтому нужно себя к этому готовить. Когда вы какое-то сочинение изучаете, нужно познакомиться с другими сочинениями этого автора, хотя бы послушать что-то, записи, может быть. Почему-то, как ни странно, но молодежь часто идет по линии копирования вот каких-то внешних чисто моментов. Вот какого-то глиссандо, какого-то рубато, какого-то одного и другого нюанса. И часто не замечает, не ухватывает самое главное, что нужно было бы взять от исполнителя, а именно его понимание самого духа сочинения, понимание самого почерка композитора. Потому что если мы сравним исполнение различных артистов, мы увидим, что вот именно вот эти-то мелочи, эти подробности, которые обычно с такой работой молодежи копируются, они у всех разные. А вот само постижение духа, само постижение стиля, оно, так сказать, все-таки глубокое, убедительное, понятное и отвечает замыслам композитора. И мне думается, что поэтому нужно обращаться внимание не только на занятия на инструменте. Подчеркиваю еще раз, не поймите меня так, что я как-то пренебрегаю этим, боже упаси. Самое большое понимание музыки, самое большое постижение ее без средств, которыми мы это можем осуществить, ничего нам не даст. Так может воспитаться только слушатель музыки, человек, который может умно, хорошо и эрудированно о музыке поговорить. Исполнитель должен обладать всеми техническими средствами. И в то же время нужно главным образом, главная задача, это развивать свое понимание музыки, постижение замысла композитора. То есть, короче говоря, надо иметь не только чем сказать, но и иметь главным образом то, что каждый художник хочет сказать. Останавливал свой взгляд, когда что-то такое говорил, какую-то сентенцию такую я выдвигал, новое что-то. Долго-долго молчал, потом он проводил себя по усам и говорил: сумасшедший, ты прав. Точно? Реплика воспринята. Я помню, что на классных собраниях Юрия Исаевича, которые очень часто происходили, кроме прослушивания студентов, а также
уже мастеров, которые приходили к Юрию Исаевичу после окончания консерватории. Кроме того, существовал такой раздел, который шел под рубрикой «Разные». Это не всегда был приятный разговор. И вот я просто вспоминаю, что, будучи на первом курсе, я, в общем-то, провинился перед Юрием Исаевичем и ждал справедливой кары публичной. Ну вот, значит, началось обсуждение студентов, причем так я чувствовал, что по мере смены кандидатур напряжение возрастало очень сильно. Вот, обсуждали все более и более серьезные проступки, а вот меня все не было, я ждал, когда же я буду, неужели я буду последним, это же будет ужасно, наверное. Вот, и, наконец, действительно, как-то все кандидатуры уже кончились, а Юрий Исаевич предусмотрительно меня посадил рядом с собой. Вот, он сделал большую паузу, во время которой я тщательно изучал палец, большой палец левой руки, посмотрел на меня, помолчал и сказал: «Ну, на сегодня хватит». Я клянусь, я не мог, все встали, я не мог просто двинуть ногой, потому что я настолько был собран и напряжен в ожидании этого ужаса, который сейчас будет, потому что сидят такие люди, для меня фамилии Ланцман, Спиваков, Третьяков, Жислин, Капельман, я не знаю, это были люди, которым я старался подражать, они уже так замечательно играли, я только вот начинал, и вот они все сидят, и сейчас, и вдруг этого не случилось, он меня простил на первый раз. Вот это потрясающее педагогическое искусство — наказывать или прощать. Это, вот, мне кажется, одна из тайн Юрия Исаевича, которые вот ушли, к сожалению, вместе с ним.
Здравствуйте. Thank you.